Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк! Thank you.
Thank you.
Биндик Сокултын ошол оюн таласына оюнчулар менен тааныштырып баштап, экинчи Рустам Малбашев ошол дарбазачы, андан сырткары команданын ошол капитаны болгон 7-чи номердагы Кайрат Момункулов, 10-чи номердеги Эрмек Ниязалиев мелдеш таласына жүрөт. Андан сырткары 11-чи ошол номердеги оюнчу Алмамбет Садыгалиев жана 31-чи Бекжан Курманбек улу оюн таласына, андан сырткары Сыргак Молубай бүгүн бар, Ынтымак Тотонов бар, Жанарбек Кеңеш, Элдар Муктарбеков, Шергазы Арген Абдурашид улу жана Беклан Догдурбековтор мелдеште командага жардам берүүгө дагы даяр. Ал эми бул мелдешкестер менен бирге назар сала турган мен Бактияр Кыдыралиев жана кесиптешим Адилет Темирланов болмокчу. Ну что ж, почти заканчивается первая половина первого тайма. Пока что счет у нас 1-0 в пользу чуйской команды. И хотелось бы отметить, что Сарой довольно-таки робко играет сегодня, на мой взгляд. Потому что, да, после того, как она получает мяч, именно команда Сарой, то она не часто проводит атаки. То есть очень много таких моментов, когда вот получив мяч, они вот как-то вот упускают возможность, не уходят в контратаку. То есть скорости не хватает атакам из кузской команды. Тем временем Сарой с мячом по центру продвигается. Так, удар издалека. Капитан команды, 10-й номер, Абакиров Акжолтой. Пробивал, ну не то чтобы пробивал, отдавал пас, но момент был довольно-таки опасный, но тем не менее чуйская команда справилась в этой ситуации. Снова Сарой, снова Акжолтой, пас направо. Нужно отдавать снова пас, снова центр. Неплохо разыграли комбинацию, гол. 9-й номер, Джиниш Уланбек забивает мяч, сравнивая счет в этом матче 1-1. 2-1, точнее. Демек, команданын капитаны болгон Акжолтой Абакиров чабуулду баштап берет. Жыйынтыгында Уланбек Жеңишулу экөөнүн байланышы мынтип атаандаштардын дарбазасына экинчи голду алып келет. Бекжан Курманбек улу арт бөлүктөн коргонууга жардам берүү менен да оюнду баштайбы? Жок, командалык сүйлөштөр жана Бекжан Курманбек улу бул жерде таптакыр ушул алдын көздөй сурулуп чыгууга көп ашыккан жок, бирок ошол эле учурда мыкты оюн болууга дагы ашыкпоосу керек. Кайрадан Акжолтой Абакиров, андан ары Акжолтой Абакировдун жолун Рустам Малбашев мынтип кыскартып дагы чыккан. Канча атаандаштарын ушул гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк бербей, алардын жолун өз кезегинде тосуп чыккан дагы бул чоң бир эрдик болуп саналат. Ал эми 5 ушул метр аралыкты Сароюнун оюнчулары сурат. Дагы Акжолтой Абакиров солдон оңго тартып туруп дароо жакынкы бурчка сокку жолдогон, бирок бул ирет Абакиров дарбазага тамай сокку жолдой алган жок. Эрмек Ниязалиев топ менен Бекжан Курманбек улуна. Бекжан Курманбек улу кайрадан Ниязалиев менен жакын байланыш. Ниязалиев сокку жолдойбу? Сокку жолдосо болот жана албетте дарбазачы болгон Аден Асаналиев керектүү жерде өз реакциясын жасайт. Бекжан Курманалиев, андан ары Алмамбет Садыгалиев. Кайрат Момункуловко топту жеткире алган жок. Сарой командасы чыгарып берүүдө көп жаңылышууда. Мындай жаңылышуу гол алып келип калышы дагы ыктымал жана Кайрат Момункуловтан жакынкы бурчка сокку Аден кайрадан өз ордунда дагы мынтип Сарой командасы. Команданын капитаны Акжолтой Абакиров көп ошол чабуулдарды баштап берди. Өз учурунда Акжолтой Абакировду дагы ушул байкап койгондо анда бул топ ушул 3-чү голго өтө бир жакында гол. Эрмек Ниязалиев, андан ары эреже бузуу жок оюнду улантса болот Сарой командасы. Жана эми гана калса кыргыз жаңырат. Биз болсо мына оюн топ токтогондон кийин кайрадан ушул Биримдик Сокул командасынын жаш оюнчулары мелдеш табасына чыкканын көрдөбүз. Ошол эле Элдар Муктарбеков, Беглан Догдурбек улу, андан сырткары Арген Абдурашид улу менен биргеликте оюнга Ынтымак Тотоновтор кирет. Ушул төрт оюнчу оюн таласында болгондо Биримдик Сокул командасы өзүнүн алгачкы голун киргизген болчу. Андыктан айтор тажрыйба эмес, айрым учурда ушул жеке каалоо дагы чоң бир ролду ойнойт. Алыстан сокку жолдонду, бирок таптакыр тамай эмес. Эрнис Жумабек улунан жолдонгон сокку дагы болчу. Байкап көрөбүз, чыгарып берүүлөр жана Беклан Догдурбек улу баардык абалдарды жокко чыгарууга жетишүүдө.
Зайтор, эки команда тең. Турнирде тизмеде 3-тен упайлар бар. Фаворит деп кайсыл бирин атоодон дагы алыспыз, анткени Биримдик Сокол командасы дагы керектүү жерде өз оюндарын көрсөткөн Сарой командасында өзүнө жетиштүү мүнөзү бар. Ал эми Адилет, сенин жеке пикириң боюнча бүгүнкү мелдеш кандай жыйынтык кылат деп ойлойсуң? Ну, довольно-таки равная игра. Нужно отметить, что и Сарой тоже неплохо играет. Но, тем не менее, счет пока что сохраняется в пользу чуйской команды Сокол Биримдика. Поэтому, я думаю, все-таки сложно будет сегодня отдать предпочтение одной из этих команд, потому что оба играют, в принципе, довольно-таки неплохо. С мячом Сарой. Длинная передача. Нет, низко. Снова перехват. Но, тем не менее, знаешь, если проводить параллели с другими клубами Суперлиги, то хотелось бы отметить техническое оснащение игроков. Немножко не хватает институтской команде опыта, на мой взгляд. Так, аут. Мяч у Сокол Биримдика. Точнее, у институтской команды Сарой с мячом. Так, Сарой с мячом. Дальше налево. Нарушение правил. Все по делу, в принципе. Так. Аут. Точнее, угловой. Разыгрывает искусская команда. Нужна передача, конечно. Должна последовать сейчас комбинация. Итак. Удар. Ой-ой-ой. Ну, такой, знаете, смазанный удар. Снова угловой. Снова Сарой с мячом. Нужно быстро разыграть, конечно. Есть пас. Дальше. Передача, перехват. Можно делать уже контратаку. Отличный пас из глубины, но не хватает. Да, все-таки прихватили сейчас игрока Сокол Биримдика. И, возможно, желтая карточка. Да, так и есть. Желтую карточку получает 8-й номер команды Улухбек Орозбеков. Ну, в принципе, все справедливо, потому что была очень опасная контратака, а он попридержал своего соперника за майку. Итак, удар со стандарта, рикошет. Должна последовать быстрая контратака, немножко не хватает скорости. Снова Биримдик Сокол идет в атаку, пас, есть возможность. Угловой выбивает из-под ног 11-й номер Кубатбеков Белек. Очень своевременно сейчас помог своей команде. 7,5 минут до конца игры. До конца первого тайма. Нет, этот угловой не принес никаких дивидендов команде из Чуйской области. Итак. Длинная передача. Итак, с мячом Сарой. Рикошет, снова аут. Сарой. Удар издалека. Хороший удар. Плотный удар. Аут. Очень такой плотным ударом сейчас разразился Сарой, но, тем не менее, это не спасло сейчас команду. Итак, Сокол Биримдик идет в контратаку, выбивает снова подбор. Удар издалека, нужно завершать, нужен пас, есть пас, удар! С убойной позиции пробивает выше ворот. Ну как же так? Чыгарып бергенде бир аз кеч калып калды азыр Ынтымак Тотонов. Эгерде бир аз эртерээк чыгарып бергенде анда башкача сокол мок. Көпкө күтүп калды чыгарып бергенде.
Да, вот по идее, сегодня вообще у обоих команд немножко есть проблемы именно со скоростью игры, потому что, ну, и какой же момент, снова наседает на ворота иркутской команды сейчас Беримлик Сокулук, и это у нас был Арген Абдрашид Оулу, 21 номер. Итак, чем же ответит Сарой? Пас назад, длинная передача. Можно было, в принципе, и успеть, но была опасность столкновения с голкипером сокулукской команды. Поэтому этот эпизод завершен. Беремлик Сокулук с мячом. Так, отличный пас был из глубины, но вот прочитали его соперники этот пас. В итоге аут. Беремлик Сокулук с мячом. Рикошет, снова аут. Итак. Ну, здесь с левой ноги пробивал 10 номер команды Эрмек Ниязалиев. И в итоге промахнулся. Эрмек Ниязалиев, он играл и в большом футболе за команду Карабалту. Поэтому такой знакомый нам игрок. Тем временем, тайм-аут. Тайм-аут берет команда Сарой. Пока что ждем. Напомним, уважаемые телезрители, что на данный момент первое место в турнире занимает РМ с 30 очками, 21 балл у Сан-Сити, 21 балл еще также, такое же количество баллов у Строймира, на четвертом месте Фарватер 19 очками, Намыс Ынтымак из Бишкека 13 очков, Баку Аталас 3, Сарой 3 и Беремлик Сокулук 3. Пока что по одной всего лишь победе у Беремлик Сокулука и Сарой, и у таласской команды. Вот так приблизительно выглядит нынешнее положение Суперлиги. Но то есть, Суперлига только-только, как говорится, входит в сезон. Так что турнирное положение команд будет часто меняться. В любом случае. О, Чинандаля, бүгінгі мүшіл мелдеште. Сан-Сити командасын чоң бір сын өгіп тұрат. Алар екінші сапта. Мұндан арыдағы егер Еремге жақындаймысан да, екі ойында жеңгішке жетігі ұмтылыш керек ұшта бірақ. Ерем командасындағы ұшырдағы чемпиондар, бірді жеңіл өзасын татылектерін ескалатырам осы ағанда мұқты бір мелдеш орын алады. Алтыншы тұрдың ұшыл негізге беттештерінің бірі десек тағы бұл ұты жаңа. Біз қайыр адам ұтеп Сарой командасын артқы бөліктен. Жүрішілерін көрдіңіз, Ақжолтой Абакиров командалашына топты башымен қалдырған, бірақ аны жақсы мұшыл үшін алған жоқ. Алманбек Садығалиевтің аңғанатқа шығарысы Бекжан Құрманбекұлы есепті теңдейді. 2-2 жаңа Бекжан Құрманбекұлын әзір. Алманбек Садығалиев қандай көрді, Құрманбекұлы әйтеуір есепті 2-2 жеткереді. Счет сравнялся у нас в первом тайме. Счет у нас становится 2-2. Гол забивает 31 номер команды Сокулук. Беремдик, Курманбек, Улу, Бекжан. 2-2. Ну что ж. Как говорится, командам придется теперь начинать с нуля. Шансы уравнялись. Так, отлично принял мяч на грудь. Не сумел сохранить. И аут. Мяч у команды Беремдик Сокулук. Так, пас назад. С мячом. Сокулукская команда. Нужна передача. Пас в центр. Так, дальше. Комбинация не проходит. Так. Снова ошибка. Так. Возможно, контратака. Нужно быстрее отдавать удар. Ну зачем так бить-то издалека? Можно было, в принципе, отдать мяч. Отдать пас направо и там уже сыграть в комбинацию. Тем временем. Сарой. Длинная передача. Так, пас в центр. Дальше на фланг. Снова перевод на фланг. Длинная передача. Аут. Вот.
удар издалека не совсем хороший, откровенно говоря. Напомню, сегодня играют Берим-Дексоклу, первый матч, второй. На этом же паркете встретятся команды Строймир и Намыс Энтмах. Также игра в спорткомплексе Сан-Сити — это Фарватер Бахуат Талас. И в городе Ош РМ у себя встречает Сан-Сити. Так, будет ли? Ой, какой момент! Ну, нужно же было завершать-то. Так, отличный момент, есть выход 1-1, нужно завершать! Есть комбинация и промахивается, ну как так-то, а? Эки команда да тэнг джангл ушу, алга шарой аннан гейн, Биримдик Сокул командасы. Да, очень острые моменты мы сейчас наблюдали, очень такие опасные моменты были. Ну что могу сказать, команды разыгрались уже. Пас дальше, нужно бить! Угловой. Пробивал капитан команды, 10-й номер Ахжултой Абакиров. И дальше пас снова в центр, но слишком уж ожидаемо это было. Травма у игрока. У игрока Соклух Биримдик. Что случилось? Врач, кажется, нужна медицинская помощь. Будем надеяться, обойдется. Это у нас Курмамбек Улубекжан, который забивал второй мяч в ворота Сарой. Промахивается. Итак. Длинная передача. Не уходит. Не уходит. Пас назад. Итак. Снова пас направо. Неплохо смещается. Снова удар. И какой простой гол. Какой простой удар. Энтмах Тотонов, 400 номер, заливает еще один мяч своей команды. 3-2. Пока что Соклух Биримдик лидирует. О, ойнун жүрүшүндө бүгүнкү мелдешин номиналдуу талай ээлери болгон Соклук Биримдик командасы кайрадан ушул мелдештин жүрүшүн жолсо, бул ойундун тизгинин өз колуна алды десек болот. Дагы Ынтымак Тотоновдун голу менен алдын көзү сурулуп чыгат. Сарой командасынын дагы ушул командалык жүрүштөрүн, оюндарын көрүүдө өз албетте. Бизди жалпы бул эки команданын ушул мелдеши кызуу оюн күтүп турат деп дагы айтсак болот. Эрнис Жумабек уулу арты көздөй Урмат менен оюндарды көп жүргүзүп умтулууда. Урмат Эвшенов андан ары алдыңкы бөлүктөгү топ кайрадан Сарой командасынын карамагына кете элек. Уламбек Жеңиш уулу топту кармайм деп мынтип жыйынтыгын даамыктан чыгат. Дагы кайрадан Биримдик Сокул командасы Ынтымак Тотонов оң канатка. Топто Элдар Мухтарбековка. Мухтарбеков соку жолдой, жок, ал ушул командалаш болгон Арген Абдурашид улуна дагы топту чыгарган болчу. Андан ары Акжолтой Абакиров эмнени баштап берет. Жаман эмес оюн талашын көрүшү. Эсеп 3-3. Акжолтой Абакиров чындыгында команданын капитаны гана эмес, ушул мотору катарда кызмат кылууда. Итак, снова 3-3. Снова Акжолтой Абакиров забивает мяч. Снова сравнивать с Арою в концовке первого тайма. Счет у нас и по фолам тоже 2-2, и по забитым мячам 3-3. Ну что могу сказать, очень равная игра. Последние секунды осталось играть всего лишь 40 секунд с мячом. С Арой снова Бакиров Акжолтой, против него играли очень такие цепкие ребята, в частности Ынтымак Тотонов и Алмамбет Сыдыгалиев. Точнее, Абдурашид Уларген. Да, 21 номер. Итак, судья проводит разъяснительную работу. Да, время. Не остановили. 30 секунд, да. Так, мяч в игре, нужно продолжать. Аут.
Ой-ой-ой, очень жесткое столкновение. Осталось играть всего лишь 25 секунд. Итак. Мяч у иркутской команды. Последние секунды. Что же будет? Есть передача. Нужно быстрее отдавать мяч. Снова пас. Так, мяч у иркутской команды. Удар угловой. 7 секунд осталось. Бил по воротам седьмой номер Чубабекулу Эрнст. Так, нужно быстренько разыграть угловой и, в принципе, на этом завершать первый тайм. Так, есть прострел. В принципе, все уже. 3 секунды. 2 секунды осталось. Итак. Все. Все, уважаемые телезрители. Завершается первый тайм. Буквально через несколько минут мы снова вернемся на матч Берим-Дексоклуг против Сарой. Так что далеко не уходим, уважаемые телезрители. Далее у нас перерыв. Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк! Демек, қадырман мекендерсілер, Виват спорт комплексіне қайтып келеміз. Сарой жана Биримдик Соколы командаларының мелдеші. Екінші бөліктің башында есеп 3-3. Фолдор болса 0-0 алыми албетті. Бұл бөлік жиынтықталанан біз болса, қайсыл бір команданың женгішіндағы толығымен көрішіз. Иқтымал командаларының бүгін мұшыл тендігінде алардың бірде ойын өткөріп жатқандығы бұл өте бір мелдешке қоздықтағы тартылап жатат. Қайрат Момунколов топту, Албанбек Садыгалиев, Садыгалиевке қалтырат, тағы Садыгалиев азырақ жерден ұшыл жаңылышып қала жаздады. Ал эми Ақжолтой Абакиров ойын таласында да мықты көрген ойыншылардың бірі. Жиынтығында бұрыштан шығарып берді Сарой командасы. Екінші бөлік әзір башқа бір дымақ менен шыққандай ойындар жүргізуді. Соққы артынан соққы жолдап қарсыластарын қысым алып көреді. Ал эми Биримдик Соколы командасы албетте алардындағы айтар сөзі жоп бере тұрған ойындары бар екенін дағы көрдіңіз. Көтерді шығарып берді. Андан ары кім бар? Жоқ. Қазір топ болсам теме Эрнист Жумабекұлының бұтынан дағы кетеді. Тағы Биримдик Соколы командасы өз таласынан шығалмайды. Жумабекұлы соққы жолдай. Бәлкім құлағыша соққы жолдаса бұл жемісті дағы болып қалшы ықтымал болшы. Алманбет Садығалиевтен мүмкін топты жеңіл ғана алады дағы. Абакиров, Ақжолтой, оң қанат қала тұрған, ал жақтан топқа қарадан Эрнист Жумабекұлы жетіп бара албайды. Сарой командасының капитаны өте бір шоң командадан ұшыл салмын қошып жатқанын көрдіңіз. Ал ортада Доғдырбек ұлына шығарылған топ болшы, алдын көздей жетіп бара алған жоқ. Тағырағы ұшыл Беглан Доғдырбеков. Топты шығарған, топ шыққан жоқ. Азыр Ниязалиев топ менен.
Чана, мушул, Джакан, топ-то тартует туда. Второй команда Самахтлан Гуршевчат, Алими, Лесинг Здере Салутоин, Стерн Гузмат Назарда, Мин, Бахсар Кабралиев, Чана Гейспешим, Адли Тимирлан, Бул, Мильдеш Налкандар, Кузмат Кулмахчиуз, Алду Гузевич Арлган, топ. Он тебе, мисс Арой, команда Снандага. Жюр Шуминен. Чинтхталау, Джок, Алдын Гузевич Арперген топ, Кайрадан, Кайрат Мамунгултан топ, кто это? Ниязалиев, Пиот Корупиру, Эльмик Назалиев топ, Колгон Грушу, Чана. Кайрадан Ахджол Той, Абакеров, Тунду, Гунтепеми, Алмамбет Садгалиев, Джолун Дагем, Толсуп Чагат. Итак, давайте ознакомим составом команд быстренько. После этой атаки мы точно начнем. Ну что ж, атака завершилась, так и не начавшись. Начнем мы с Биримдик Суклука. Первый номер вратарь Джолдошбек Кенишбеков. Второй номер Рустам Малбашев, голкипер тоже. Десятый номер Эрмек Ниязалиев. Капитан. Седьмой номер Кайрат Мамункулов. Беклан Доктурбеков, 20-й номер. 11-й номер Алмамбет Садагалиев. 21-й Абдрашид Улуарген. 30-й Эльдар Мухтарбеков. 22-й Джанарбек Кенешбеков. 9-й Сыргак Малубаев. 14-й Интымах Тотонов. И 31-й Курманбек Улубикджан. Главный тренер команды Айбек Букоев. Состав Сарой выглядит следующим образом. 10-й номер, капитан команды Ахжолтой Бакиров. 9-й номер Дженис Уламбек. 11-й Белек Хубатбеков. 17-й Азрет Асанбеков. 97-й вратарь Аден Асаналиев. 22-й Мелис Галиев. 7-й Джумабек Улу Эрнст. 19-й Турапек Улу Эль Назар. 5-й Урмат Дюшенов. 19-й Нурланбек Аскаров. 13-й Чингис Юсупов. 8-й Улубек Уразбеков. И вратарь 92-й номер Уран Мусаев. Главный тренер команды Даниар Шабырбеков. Ну что ж, с протокольной частью мы закончили. Удар издалека был, но здесь, конечно, вратарь Аден Асаналиев отстоял неплохо. Снова Суклук с мячом. С углового будет разыгрывать. Итак, пока что. Да, развязался шнурок у седьмого номера Биримдик Суклука, капитана команды Кайрата Мамункулова. Так, удар. Нет. Не смогли они реализовать свой момент. И снова угловой. У мяча 11 номер Алмамбет Садыгалиев. Так. Не совсем опасный удар. С мячом Сарой. Черпачком закинул. Отлично. Отлично. Держит мяч. Восьмой номер команды Улухбек Урусбеков. Мне нравится его техника, очень такой техничный игрок. Так, Акжултой Абакиров. Удар. Перехват. Должна последовать контратака в исполнении суклукской команды. Есть. Но нужен пас. Тянет. Капитан команды и выпускает отличную возможность. Слишком он затянулся этим моментом. Кайрат Мамункулов. Нужно было побыстрее отдавать. Так, угловой Кайрат Мамункулов снова у мяча. Так, удар. Некому. Отдать пас. Так, Сарой с мячом. И Сыкульцы пока что играют неплохо. Пас в центр. Так. Владение пока что у Сарой. Акдултай Абакиров снова в центр. Снова Абакиров. Сам тянет. Ведет мяч. И аут. Мяч у Иссык-Кульской команды. Так. Снова в центр. Удар издалека. С мячом. Биримдик Суклук. Нужен пас из глубины. Ну зачем? Ну отдай это направо. Что же делается-то, а? У нас на паркете. С мячом снова. Биримдик Суклук. Нужен пас из глубины. Отыгрывает назад. 30-й номер. Так, неплохо. Бить с острого угла будет. Ай-яй-яй-яй. Какая возможность. Абдрашид Улу Арген промахивается. Сейчас.
Но ради справедливости нужно отметить, что он бил с острого угла. Белимдисов лоб. Так. Сохлук с мячом. Угловой. У ворот команды Сарой. Итак. Пас есть, комбинация, но нет удара. Еще один удар. Снова угловой. Мячом берем Дюксохлух. Так, удар. Нет. Мяч у берем Дюксохлуха. Итак, продолжается игра. Единая передача. Так, нужно играть по свистку. Итак, Беремдык Соколов с мячом. Аут. Мяч у Сарой. Стоп, 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 стоп. Итак, Сарой с мячом. Пас назад, вратарю. Дальше, на фланг, налево. Абакиров желтой. Смещается в центр, пас из глубины. Ну, не то что, не увидел он своего товарища-то. Не зря еще он отдал пас. Итак, берем лицо лук. Аут. Итак. Беремдык Соклух будет разыгрывать Саута мяч. Итак. Быстренько разыграли. Харят Мамукулов. Дальше пас по центру. Так. Толчка не было. Все в рамках правил. Абакиров желтой. Пас налево. Можно здесь развить успех. Удар угловой. Неплохо пробил седьмой номер команды. Джумабекулы Эрнст. Не стал долго обрабатывать мяч, сразу сходу пробил и заработал угловой. Абакиров желтой. Нет. Неплохо разыграл, но вот с пасом, конечно, не получилось. Немножко точности не хватило. Так, Сарой с мячом. Так, нарушений правил нету. Нужно играть. Беремдык с мячом. Пас из глубины. Нужно завершать. Нет, пока что не удается пробить. Сразу три игрока Сарой окружили. Игрока Беремдык Соклука. И рядом никого не оказалось. Как так-то? Нужно всегда подстраховывать своего товарища. Нужно создавать вариативность. Играть позиционно. Выбивает мяч подальше. И аут. Харят Мамукулов у мяча. Пас назад. Единая передача. Нет. Не удалось. Здесь сохранить мяч. Сарой с мячом. Продвигается снова капитан команды. Абакир Фах желтой. Нет. Слишком сильно отдал. Итак, берем Дюксохлук с мячом. Пас на фланг. Хайрат Мумукс. Мамукулов снова в центр. Так, передача налево. Так. Столкновение. Нарушение правил. Ну, по фолам у нас пока что 2-0. Так. Удар. Ворота открыты. 4-3. 11 номер команды. Алмамбет Садгалиев забивает мяч. Счет у нас становится 4-3. Ну что ж, отличный задел. Неплохо стали сейчас
Биримдик Соклух использовать свои моменты, и в итоге вот они были вознаграждены. 4-3. Демеке, Биримдик Соклух командасы был стандарты қалды қолдонып кетті, албетте. Аден Асаналиевтен алды толығымнен жауылып қалған, андықтан алды бұл екінші жол қарған соқыны жөнгі салуаға алды қанша ғиншылыққа да тұрмақ. Бұға чайынке көзірмемдерді командалар Гопко Гуттурен ушел из септердага. Тенге пчаткан был, что был ред талар. Андай, он кончил то колдо на лаугуре. Уже Биримдик Сокол команда с Уэндин Чурушинда Бардак ушел Милдештин. Уз Гузумельна Дага. А лаугуре уже Эрис Чумабегулу. Он солган отка, соку жолдон шигерек болчу. Жана Джок. Мтевазер. Артка Гайтаруга Дагаргасыз болду. Эльназар Туратбек Улу. Егер де көп жаңылыш адырам болса, анда командаға дағы мұшыл көпер Ақшымес ойынды алып келеші ұқтымал. Биримдик Сокол командасы оталат жана Қайрат Момынқұлов сол бұтменен жақын қыбыршқа жолдыңын соққу. Бұл рет дарбазан сыртқы мұшыл темеріне тейіп қайтты дағы біз болса Қайрадан Аден Асаналиевтен. Мүті алдын көзде топты шығарғанын көрдіңіз. Алманбет Садығалиев, Эльмек Ниязалиев менен, Ниязалиев Момынқұловқа, Қайрат Момынқұлов қайрадан сол бұтқа соққы жолды, бұл рет Момынқұловтың жолын Эльназар Туратбекұлы жақсы тоқысты, бірақ андан ары мұшыл қайрадан тұрып аны жөнге салып кетті Эльназардың. Біраз ылдамдығы жолса техника жетпей қалғандай дағы тәсірлерді қалтырат, артқы өліктен Биримдик Сокол командасы жана Ынтымак Тотоновтун байланышы бул ирет командалаштар менен жүрөт. Дагы Сарой командасына эми мынтип капталсызынан чабуулдарды баштап көрөт. Ниязалиев жакын жүрүштөр менен Алмамбет Садыгалиев ачык албетте бул жактан Беглан Догдурбеков жолдогон чыгарып берүүсү. Аден Асаналиев өзүнүн буту менен командага жардамын тийгизген дагы байкап көрдүк. Албетте алмашуу орун алат Сарой командасында. Эми байкап көрөбүз кандай өзгөрүүлөр пайда болот бул алмашуудан кийин. Тайм аут демек КХРдан Сарой командасынын ушул башкы насатчысы болгон Данияр Шабырбеков азыр тайм аут алып дагы командага эми калган бөлүктөрдө оюнду кандай өткөрүү керек экенин дагы айтып көрсөтмө беришет. Ал эми мен силерге ушул бул мүнөттөрдөн болсо бул боштуктан пайдаланып ушул премьер лиганын дагы супер лиганын тизмеги менен тааныштырып өтөйүн. РМ командасы жалпы ушул 10 оюн өткөрүп 5 турда 30 упай менен штаб башында, андан ары 21 упай менен Сан Сити жана Строймир командалар келе жатат. Фарватерде 19 упай бар, 4-чү сапта Намыс командасы 13 упай топтоп 5-чүде Бакуат, Талас, Сарой жана Биримдик Сокол командаларында 3-төн упай дагы алар 6-чы, 7-чи, 8-чи орунду ээлеп турат. Айтор бүгүнкү мелдештен кийин дал ушул эки команданын бирөөсү алдыга сурулуп чыгышы ыктымал. Балким эгерде тең чыгып калса анда упайларды бөлүп алып 4-төн упайларда карамагына сактоосу ыктымал. Кантсе дагы мелдештин соңуна чейин байкайбыз. Ар бир командаларда гол жаратууга мүмкүнчүлүктөр өтө көп болууда. Болгону аны колдонуу дагы керек. Сарой командасы кайрадан Мелдеш таласында жана Арт Саройдун жүрүшү. Албетте бул жерде калсын ышкырыгы гана эмес, Сарайып кагазда чыгыш керек беле, же болбосо жөн гана ышкырык чаңыруусу дагы керектүү сайтор. Бирок каршылашын азыр мыкты чеберчилик менен тартып койду. Бул жерде Акжолтай Бакиров эгерде жекеме жеке чыгып кеткен анда абалдын бардыгы өзгөрүүсү дагы ыктымал болчу. Көрөбүз түз сокулу же кандай абал орун алат. Жакынкы бурчка жолдогон сокку түз эле Малбашевдин колуна барат. Андан ары кайрадан Акжолтай Бакировдун чыгарып берүүсүн дагы байкадык. Ниязалиев топ менен жана азыр эреже бузуу бар деген
чечимдер дагы чыгарат. Адын Асаналиев оюн карлашат дагы келген топту алдын көздөй. Тепкенин көрдүк алыми. Деп Сокол командасы бул мүнөттөрдө бир аз кысым көрсөтөт. Алыми Сарой Азар тейип кутулдан башка арга жокту ойнуп Язалиев топту токтоткон, бирок андан ары кандай оюн жүргүзгө ойлонгондуктан такыршексиз. Рустам Малбашев кез-кези менен каршылаштарын каршы алдарына чыгып ушул талаа оюнчуларына дагы жардам берүүдө жана мынтип дарбазага бул ирет тамай эмес окуна Азирет Асанбеков жолдойт. Рустам Албашев Эрмек Ниязалиев менен аркы бөлүктөн жакын ойну жүргүзөт. Дагы Эрмек Ниязалиевдин узун чыгарып берүүсү. Алмамбет Садыгалиев азыр согончок менен топту Кайрат Момункуловко калтырып кетем деген, бирок жок, анын ойлогону ишке ашкан жок. Ал жолдой, соку жолдойбу, бар соку жана албетте кайсыл учурда кайсыл буту менен соку жолдой турганын көпчүлүгүн ушул аңдабай да кала тургандай техникасы бар оюнчу экенин көрдүк. Биримдик Сокол командасы 2-1 жана Момункулов кайрадан топту Ынтымак Тоттоновдун өзүнө эмне үчүн кайтарып бербеди? Таптакыр бизге эми бүдөмүк абал. Биз чоң гана оюнду улантып көрөлү. Уланбек Жеңиш улу ак жолтой Абакиров менен дагы оюнду жүргүзөт. Уланбек Жеңиш улунун чыгарып берген тобу. Андан ары Сарой албетте топко көзөмөл жүргүзүп андан кийин гана оюндарды жүргүзсө болот. Азирет кайрадан топту Улукбекке жана Улукбек жакынкы бурчка топту жолдоп алат. Улукбек Орозбеков алтамай жолдогон экен. Болгону Рустам Албашев өз учурунда ушул топтун багытын өзгөртүп кетүүгө дагы жетише алган. Ак жолтой Абакеров Уланбек Жеңиш улу менен жана Уланбек Жеңиш улу топту азыр биримдик Сокол командасына оюн талаасынын экинчи жарымына белек кылат. Албетте байкайбыз. Ынтымак Тоттонов топту алда киргизген, бирок Арген Абдурашид улу соңуна чейин чуркап койсо балким жетмек дагы болушу мүмкүн эле. Байкап көрөбүз. Улукбек Орозбековдун чыгарган тобу андан ары дарбазанын сыртына кандай гана кубаттуу жолдонду. Ак жолтой Абакировдон албетте эгерде эле атаандаштар мындай каршы чабуулдарды өткөрүп жиберсе анда биримдик Сокол командасы гол дагы өткөрүп алышы ыктымал. Ниязалиевдин Арген Абдурашид улу менен болгон байланышы. Арген Абдурашид улу алдагы тамай менен соку алдан топту сурайт жана албетте байкап көрөбүз. Кайрадан топ менен Улукбек Орозбеков соку жолдой. Улукбек Орозбеков улу калтырат дагы азыр чеберчилик менен топту алып өтүп кетүүгө. Сарройдун капитаны басым жасаган Ынтымак Тотонов Алмамбет Садыгалиевке. Садыгалиев кайрадан Тотоновко. Тотонов соку жолдойбу? Жок, бул ирет Тотоновду деп Уланбек Жеңиш улу жолун тосот дагы. Рустам Малбашев оюнга аралашат. Биримдик Сокол командасына мүмкүнчүлүк бар. Тотоновдун чыгарып берген тобу Садыгалиев кайрадан Тотонов соку жолдойбу? Ачык дарбазага Эрмек Ниязалиев түз соку жолдой албай жыйынтыгында Аден Асаналиевдин өзүнө жолдонгон соку мынтип каптал сызыгын таштап кетти. Дагы биримдик Сокол командасы экинчиден менен бул ирет Абдурашид улунун тобун ак жолтой Абакиров өткөргөн жок. Топ болсо азыр Сарой командасынын каптал сызыгынан оюнга кошуна дагы чыгарылат. Улукбек Орозбековдун чыгарып берген тобу жана азыр Азирет Асанбеков гол киргизүүгө умтулууда. Арткы өлүктөн Абакиров соку жолдойт. Малбашевдин түз эле колуна ачык дарбазаны көргөн Рустам Малбашев соку жолдоп көргөн, бирок албетте Аден Асенов оңой менен дагы позициясын калтырып кеткен оюнчулардын бири. Уланбек Жеңиш улу топту ачырып берүүдө жаңылышты. Байкайлы
Эмнен ойлоп табат. Чоң гана жаңылышы бул жерде Элдар Мухтарбековтон орун алат. Дагы биз болсо Мунтеп Сарой командасынын жүрүшүн көрдүк дагы. Албетте дарбазанын түгүндөн ушул жакынкы аралыктан Улукбек Орозбеков топту чыгарып берип атат. Убактар 5 мүнөттөй калат жана фолдор боюнча азыр Сарой командасы алдыда. Эсеп боюнча 1-1 Сокулук командасы. Албетте көп ашык болго дагы басым жасоосу керек. Беклан Догдурбеков топту Арген Абдурашетулуна жана Арген Абдурашетулунан Эрмек Ниязалиев топту сурады. Ниязалиев ким менен жакын жүрүштү? Элдар Мухтарбековтун чыгарып берген тоо жана албетте Беклан Догдурбековтон мындай жерден сокку көп күткөн эмес. Ал сокку жолдоду, тамай эмес дагы. Жана Сарой командасы кайрадан күчтүү жаңылатат. Жаңы күч, жаңы дем кандай жыйынтык апкелерин дагы байкап көрөбүз. Уланбек Жеңиш уулу алдыда эч ким жок. Карта болсо 1-1 Сокулуктун оюнчулары. Борбордук бөлүктөн Эрмек Ниязалиев топту кармайт, чыгарып берүү жана 5-чи гол мынтип Арген Абдырашитулунун соккусунан кийин жаралат. 5-3, 21 номер команды 1-1 Сокулук забивает мяч в этом матче. Абдрашит Улу Арген. 5-3, хороший результат, но в принципе есть еще время. Еще целых 4 минуты играть, так что торопиться с выводами мы не станем. Сарой с мячом. Теперь Сарой должна идти в атаку. Но она должна сейчас бросить все силы в атаку, чтобы сравнять счет. Потому что выигрывая в начале матча, проигрывать в концовке, это довольно-таки болезненно. Так, Сарой с мячом. Пас налево. Сарой с мячом. По правому флангу прорывается Финт Зидана. Удар издалека. Неплохо. Тайм-аут. На этот раз тайм-аут взяла команда 1-1 Сокулук. Итак, завершается тайм-аут и мяч у 1-1 Сокулука. Так. С мячом 1-1 Сокулук. Отлично, пытался сейчас переиграть своего соперника, но не сумел. Итак, с мячом команда Сарой пошла в атаку, удар пропускают. 5-4. Гол забил 5-й номер Урмат Дюшеев. Дюшенов, точнее. О, Сарой командасы дароо 5 оюнчу менен чыкты дагы. Мынтип эсептерди кыскартат. Эсиңиздерге салып өтөлү. Бул ушул мелдеш, бул гол
командаға чоң бир мүмкүнчүлүктү дагы түзүп бериш ыктымал. Беш оюнчу менен эгер бир жаңылышсан да Биримдик Сокол командасы гол жаратып кетүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болушат. Сарой командасы боюнча ушул Ысык-Көл футбол лигасынан чыккан балдар Ысык-Көл футбол лигасында дагы жалпы жогорку лигасында мини-футбол. Ооба, жогорку лигасында 14 команда бар. Биринчи лигасында мен жаңылышпасам ал жакта дагы 14 команда бар. Биринчи лига А жана Б зонасына бөлүнөт. Эки жакта тең 14 команда. Андан сырткары экинчи лига жана экинчи лига дагы ошол А, Б тобуна бөлүнөт. Дагы ал жакта дагы командалар көп. Айтор дал ошол лигалардын мыктыларын дагы айрым учурларда ушул Саройго чакырган учурлар болот. Дал ошол Ысык-Көл лигасында ушул мыкты ойногон оюнчулар мынтип Сарой командасы менен дагы жогорку лигада жүрөт. Андыктан бул ушул суперлигага чейин дагы бул футзалчылар башка ушул Ысык-Көл футбол лигасын басып өткөн оюнчулар бар арасында. Ал ортодо мынтип жаңылышуу гол алып келиш ыктымал. Эмне үчүн топту Уланбек Жеңишулу мындай атаандаш өзүнө жакын келгенге чейин узатып бербей кармады таптакыр түшүнүксүз. Албетте абайлоосу дагы керек. Убакыттар болсо 2.4 секунда бар жана дал ошол убакытта команда өзүнүн пайдасына колдонушу керек. Сокку жолдонобу? Жок, бешинчи гол киреши ыктымал. Эгер деле бул жерде азыр ылдамдык гана Урмат Дүшеновго жеткенде анда Урмат Дүшенов бешинчи голду киргизүү мүмкүнчүлүгүн дагы алмак. Демек көрөбүз. Стандарттык абал, эсеп теңөөгө мүмкүнчүлүк бар. Жана Акжолтой Абакиров менен Улукбек Орозбеков өз ара акылдашкандагы байкап көрдүк. Ачыктар болсо кубаттуу сокку Уланбек Жеңишулунан жолдонот. Андан ары азыр Рустам Малбашев топту ашырууда. Жаңылышты, кайрадан 5 оюнчу оюнга кошулат. Сарой топ менен Уланбек Жеңишулу эртерээк топ менен коштошушу керек. Андан ары Эрнис Жумабекулу чыгарып берген топ жана Ниязалиев эмне үчүн сокку жолдобойт? Ачык дарбазада голчу. Мына эсеп 6-4. Эрмек Ниязалиев эсепте 6-4 жеткирет. 6-4. Все-таки было рискованно играть с 5 игроками, но тем не менее моменты были, но вот Биримдик Сокул сумел сейчас воспользоваться своим моментом. И счет становится 6-4. А осталось играть около минуты. Итак, Сарой с мячом, она не сдается. Также продолжает играть с 5 игроками, оставив ворота пустыми. Итак, Биримдик Сокул с мячом, длинная передача. Пас на фланг. Сарой пошла в атаку. Дальше по флангу. Аут. Мяч у Сарой. Пас в центр. Так, снова на фланг. Смещается дальше налево. Можно здесь что-то придумать. Нужно побыстрее только разыгрывать комбинацию. Тянет вратарь Сарой. Время. Пас снова в центр. Осталось 30 секунд. Нужно уже ускоряться побыстрее. Аут. Мяч у Сарой. Снова пас в центр. Пас на фланг. Снова налево. Нужно бить. Смещается. Удар. И промахивается. 28 секунд. Осталось. Точнее, 20 секунд осталось до конца игры. Ну, в принципе, с каждой секундой у вас шанс у Сарой тает. То есть возможности тают. Так, 10 секунд. Сумеют ли они реализовать свой момент? Так. Нарушение правил. Мяч у Сарой. Осталось 7 секунд. Ну, по сути, для Иссык-Кульской команды это последний шанс.
Пас, центр, удар. Все, в принципе, все. 5 секунд. Беремдик Суклу, в принципе, одерживает победу. Можно уже подводить итоги. Так, удар издалека. 3 секунды. И нет. 1 секунда. Все, уважаемые телезрители, завершается игра со счетом 6-4. Беремдик Суклук одерживает свою вторую победу, 6 очков у этой команды. Ну а Сарой в очень равной, очень в непростой игре все-таки проигрывает. Но скажу, что Сарой тоже сегодня билась очень достойно, играла очень красиво. Но в любом случае победитель у нас выявлен. Ну что ж, уважаемые телезрители, пришло время прощаться. Сегодня для вас работал дуэт комментаторов Ядлер Тимирланов, мой коллега Бахтияр Кадралиев. Увидимся, услышимся. О, дал ушел команданың екінші ойны ертең орын алады. Андықтан Сарой командасындағы жоу пере тұрған меніңше бүгін койынан кейін жиынтық шығарып, мұқты атандашты көрсеттігі дәрімет жетіп. Шене өз қаншадағы қайрадан амандашыңа шен бар болыңыздар. Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк!